Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Город образцового содержания. Правительство объявило победителей конкурса на самое благоустроенное поселение России. Первые три места заняли сразу 5 победителей. Теперь им предстоит поделить как-то между собой 95 миллионов рублей призовых. Ну, давайте по порядку. Третье место поделили между собой 2 города, и один из них Тула. Оружейная, самоварная, пряничная столица России. 180 километров от Москвы и около 500 000 человек населения. Развитая промышленность. В городе работает 121 предприятие, в основном металлургические и машиностроительные заводы, ну и, разумеется, оборонка. Третье место Тулы. Мы обсудим с мэром этого города на прямой связи с нами по телефону Юрий Скайпури. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, поздравляю вас, во-первых. И сразу вопрос. Для вас третье место города – это почетно или, может быть, немножко обидно, что ни второе, ни первое? Ну, конечно, стремимся к местам первым, но и третье тоже очень почетно, я думаю, потому что Тула очень преобразилась за последние годы, и думаю, что это не предел. Вот. Поэтому будем стремиться к первому месту. А чем Тула в этот раз вот так взяла экспертов из правительства, как вы считаете? Ну, вы знаете, я хочу сразу сказать о том, что под руководством губернатора Владимира Сергеевича Груздева у нас за последние годы благоустройство города, ну и вообще и области всей, ну и города в частности, города-герой Тулы, является одной из таких приоритетных задач. Вообще проживание, комфортное проживание жителей города – это самая главная задача. Ну и вот благоустройство является одним из показателей такого комфортного проживания в городе. Вы скажите, пожалуйста, какие-то вот на конкретных примерах, какие-то серьезные реформы сферы благоустройства ЖКХ проводили в последнее время? Что вот было сделано? Да, вы знаете, значит, у нас комплексный подход к этому вопросу, и по многим направлениям мы идем. В первую очередь это ремонт и строительство дорог. В общем-то, у нас за последние 2-3 года дороги полностью преобразовались, и центральные дороги, центральных улиц, дороги второстепенных улиц, межквартальные проезды, производится ремонт дорог во дворах и так далее. То есть вот это как бы одна сторона вопроса. Далее комплексное благоустройство дворов у нас проводится, и вот в 2015 году отремонтировано более 180 дворовых территорий, из них более 45 комплексно. На это затрачено более 320 миллионов рублей. Вот, комплексно... очень хорошо, что вы цифру привели. 320 миллионов рублей только на дворы, я правильно поняла? Да, только на дворы. Это только на дворы, то есть благоустройство, да, это вообще штука крайне дорогая, для бюджета очень обременительная. Вам уже, может быть, известно, сколько призовых вам дадут за вот это вот третье место и на что потратите вот эти деньги? Пока еще я не могу сказать точно, но, во всяком случае, кроме вот благоустройства дворовых территорий, у нас проводится еще очень много, так сказать, таких работ, как ремонт парков и скверов, благоустройство. В частности, у нас великолепный центральный парк в центре города, который был возведен еще как бы вот в царское время такими, ну, будем так говорить, энтузиастами, как Белоусов Петр Петрович, врач, и многими другими, Вересаев, известные такие фамилии. В общем, работа кипит, деньги явно лишние не будут. Спасибо вам большое. Да, поздравляю еще раз. На прямой связи с нашей студией по телефону был мэр Тулы Юрий Скайпури.